Сегодня нас в школе весь день кормил Альфа-банк. Короче, поднимаюсь на второй этаж, а там вот это. Все, теперь мы лицей Альфа-банка. Нам бесплатно наливали бабл-ти трех вкусов, делали сахарную вату и сырный попкорн. Еще притащили эту большую надувную собаку и аэрохоккей, а также делали татушки с маркировкой Альфа-банка. Конечно, получить все это было очень тяжело, потому что в очереди стояло все здание. И мне еще запретили делать что-то во время пар, но потому что все хотели прогулять, чтобы получить свою бобу. Они вообще приехали агитировать наших программистов на стажировку, но всеми площадками могли также пользоваться и другие направления. На обеде мы с подругой пошли в азиатский ресторан, где я впервые попробовала столетнее яйцо. Оказалось, это сырое яйцо, которое закапывают под землю. Было это, кстати, так себе. День закончился последними 10 и 11 уроками по ОПРВ, где мы проходили Древний Ближний Восток, обожаю возвращаться домой в 7 вечера.